субботу под Подольском произошла автокатастрофа. КамАЗ, груженный щебнем, врезался в пассажирский автобус. 18 человек погибли. 25 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Автобус следовал из Подольска в Москву. В результате столкновения он развалился надвое. Большинство жертв – жители Подмосковья. Среди погибших был также гражданин Украины. Автомобиль КамАЗ влетел, по-другому не скажешь, в автобус, который шел по маршруту, то он перевернулся, и все эти 12 кубометров щебня высыпались в салон, и пришлось в трудных условиях спасателям вытаскивать погибших и пострадавших из-под груд щебня. На месте трагедии работали 30 машин скорой помощи. Вытаскивать живых помогали и оказавшиеся рядом люди. Я вынесла две девочки и вынесла одну женщину. Ну, она похудее была. И бабульку одну вывела. А третью женщину я уже с парнем вытаскивала. Уже когда подошли, там паренька одного, его перерубила пополам. И не стали вытаскивать. Предполагаемым виновником ДТП является водитель КамАЗа. Он получил телесные повреждения. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».